Для предпринимателей Самарской области продлили сроки подачи заявок на участие в региональном этапе национальной премии «Бизнес-успех». Для компаний малого и среднего бизнеса, производящих товары и услуги под собственным брендом, это станет отличной возможностью представить свой проект и побороться за победу в своей номинации. Этих номинаций 10. Лучший производственный проект, технологический, сельскохозяйственный, туристический, молодежный. Лучший проект в сфере торговли и услуг, в сфере креативных индустрий. Лучший самозанятый, бизнес-мобилизация и народный предприниматель. В прошлом году финалисты регионального этапа достойно представили губернию на федеральном финале в Москве, став победителями сразу в трех номинациях. Заявки на региональный этап премии «Бизнес-успех» принимаются до 28 ноября, сообщает Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары. Учебный центр трамвайно-троллейбусного управления приглашает получить профессии водителя трамвая и троллейбуса. После успешного окончания курса выпускники учебного центра при трудоустройстве получат единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. ТТУ гарантирует стипендию на время обучения и конкурентную заработную плату, полный соцпакет, возможность выбора рабочего графика, бесплатный проезд, а также общежитие. Кроме того, для работы в трамваях и троллейбусах требуются кондукторы, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Телеграм-канал Куйбышевского района пишет, что продолжается борьба со стихийной торговлей на Пугачевском тракте. После составления протокола его направят в административную комиссию для фиксации правонарушения и в дальнейшем назначения штрафа. Нарушителям грозит штраф от 1,5 до 4,5 тысяч рублей на граждан, а юридические лица могут заплатить от 7,5 до 22,5 тысяч рублей.